За добросовестный многолетний труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, поездкой на отдых в Турцию награждается Шайнога Татьяна Ивановна, старший кипер зоопарка «Сказка». Татьяна Ивановна, я знаю, что вам легко. Ну а кому легко, посмотрите сейчас. И вообще. Но поедьте, отдохните, забудьте о нас на недельку. Но не совсем. Через недельку мы вас ждем. За добросовестный многолетний труд, за большую и неподдельную любовь к животным. В связи с пятилетием работы парка «Львов-Тайган» поездкой на отдых в Турцию награждается старший кипер парка «Львов-Тайган» Перевалова Леокадия Владимировна. Вообще Леокадия работает уже 10 лет. С самого начала в парке, когда здесь еще все было разбомблено, разгромлено, она с Ивановной здесь начинали трудовую деятельность, принимая первых медведей, первых тигров и так далее. И вот уже 5 лет работает парка «Львов-Тайган». Она упирается, она говорит, да никакая я не старая.